Отделение реанимации детской областной больницы пополнилось новым оборудованием. Волонтеры закупили 3 перфузора и 15 специальных шприцов к ним. Аппарат способен дозированно вводить больному необходимые препараты. Это шприцы, предназначены для этого насоса. Сюда вводится лекарственное средство, ставится на этот насос, задается скорость введения и постоянная инфузия в течение суток того или иного лекарственного средства вводится машиной. То есть человеческий фактор исключен. Может один вести быстрее, медленнее, здесь задается скорость, машина рассчитана, круглосуточное введение с определенной скоростью определенного лекарственного препарата. Деньги на перфузоры, а это чуть более 100 тысяч гривен, собирали в рамках 11-й акции благотворительного фонда «Сердце к сердцу. Спаси жизнь ребенку». Следующая подобная акция будет посвящена детям с проблемами зрения. Это будет 12-я акция Всеукраинского благотворительного фонда «Сердце к сердцу». Под лозунгом она будет проходить «Я хочу бачити життя». Подобная акция у нас уже проходила в 2014 году. Направление ее офтальмологическое, то есть направлено на деток, которые имеют проблемы со зрением, у которых не все в порядке. И самая главная наша цель – это вовремя увидеть, понять о том, что у деток есть какие-то проблемы со зрением.